Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать в Нур-Султан! Совсем скоро здесь начнется шестой матч четвертьфинальной серии «Востока». Между Борисом и магнитогорским «Металлургом» будет двух этих шведов. Волк, 14 номер, 29 у Лилии, 55 у Виделя. Сегодня зрители, соблюдая кучу ограничений, социальную дистанцию и ношение средств индивидуальной защиты, тем не менее, они здесь, они с командой и слышат игроки Бориса эту поддержку. Так, а Колзин, тут Мартынова почти уже вызвал на бой, и когда его оттащили, сразу выключился Колзин. Закипели вокруг страсти, а Колзин уже выпустил пар и ничего, собственно, сказать не хотел никому. Там на самом деле рикошет, если от клюшки уходит случайно, то это не всегда удаление. Но когда ты выбрасываешь, и шейба покидает пределы площадки, это удаление. И сейчас Борис вынужден играть в меньшинстве. Опа! Вот Дронов наконец сбросил и попал. Ортио призывает обратить внимание на высоту клюшки, которой могли быть внесены коррективы в этот бросок. Но пока магнитогорцы празднуют, теперь осталось только прояснить момент, насколько высоко Кошелев клюшку поднимал. С этого ракурса кажется, что выше перекладины. Внимание! После видеопросмотра вделено. Шайба касается клюшки на уровне перекладины ворот. Хороший гол. Решение. И все тот же Линтуниеми продолжает искать свое счастье в атаке. А вот и рикошет в пользу хозяев. Прострел Виделя. И шайба заходит в ворота магнитогорского «Металлурга». Так очень настойчивы были хозяева. И в первом периоде, и во втором, и вот сейчас после пропущенной шайбы в большинстве. Хитро, ничего не скажешь, Мазякин. И бросок Хольма подставлено сразу. Две клюшки, в том числе и Нестор Шила. Шайба летит мимо. Подбор остается за магнитогорцами. Бэк. Бека встречает, и вот здесь Расмуссен разбирается в ближнем бою с Ортио, и Блэкер там даже интересуется. Йони, ну как же так-то? Борис так достаточно активно играл в четвером и в конечном итоге нашел эту передачу. Бэк за спину Блэкеру причем. И там очень много зависит от того, насколько быстро нападающий сориентируется там. Линус Видель любит войти в зону и начать смещаться в центр, а там на дальнем фланге открывался Даррен Диц. А вот хороший момент, и 2-2! Михалис сравнивает счет, Борис вторую шайбу 5-5 забрасывает за 11 секунд до окончания второго периода. Никита Михайлис, его результативности, вот, безусловно, не хватало. Борису в первых 5 матчах этой серии всего одна результативная передача была у этого 25-летнего нападающего. Магнитки времени поменьше. Да, 14 секунд. Но нужно выигрывать вбрасывание, и все возможно. С этой задачей Нестрашел справляется. Бэк. Бросил поворотом. Нестрашулу добить не позволили, но все-таки из дальнего круга вбрасывания за 4 секунды до появления четвертого полевого игрока Мазякин забрасывает во втором матче подряд. Это его третья шайба в этом розыгрыше плей-офф. Но главное-то что? Главное, еще почти 2 минуты. Пятером против четверых будет играть магнитка. Хольм и снова пытается набросить, и снова шайба до ворот не доходит. Правда, по пути подстрелила она Шевченко, которому больно, и который так явно с трудом перемещается. А Кользин раскалывает Мазякина, и тут же четвертая шайба влетает в ворота Бориса. Это Тейлор Бэк принимает поздравления. А Колзин пошел проводить прием, силовой прием против Сергея Мазякина. Да, и шайба пришла просто за спину. А Колзину и переключиться на Бека никто не успел. Нестрашила подстрелил.
следит своим броском от синей линии. Шайба остается в зоне. И вот он, первый шаг сделан. Панюков. Четвертая шайба в этой серии от 22-го номера Барыса. Спешат игроки Барыса, хотя времени-то у них более чем достаточно. Момент еще у Панюкова. Олкинора выручает свою команду. Бросок Виделя от синей. И на этот раз шайба из зоны выходит. Плотников катится к ней. И от синей линии уже в зоне атаки поражает Плотников. Пустые ворота. 5-3. 5-3. Магнитка снова убегает от соперника на две шайбы. Со счетом 5-3.